всем привет! Мы находимся на Камышовом шоссе. Сегодня нас сюда пригласила компания Туапсе спецавто 123. У них имеются буровые установки, которые сейчас занимаются бурением скважин под опоры контактной сети. И сегодня последний день, когда они работают, добуривают оставшиеся опоры. Работает буровая установка. Это, я так, насколько помню, установка КАТО ТЕ-1200С на шасси КАМАЗа. Они здесь бурят скважины под стаканы для опор наружного освещения. Здесь вот это фиолетовское кольцо. И сегодня завершают бурение под опоры наружного освещения. Где-то до конца дня, до конца вечера закончат бурить. И уже завтра начнется процесс установки этих оснований. Основание опор наружного освещения. Бурится все так достаточно непросто. Здесь имеется ковшебур, только что работали им, а теперь обычным шнеком. Только что поправили, я говорил наружное освещение, но правильнее будет сказать, это под опорой контактной сети троллейбуса. Вот такой вот метровый диаметр бурится, это под именно троллейбусную контактную сеть. Поэтому и такие машины здесь используются, буровые, серьезные. Потому что наружное освещение, вот вы можете видеть опору, она такая вообще миниатюрная. По сравнению с вот этими, которые тут бурят. Установка сложилась и будет переезжать на новую точку. Здесь пробурили уже все. О, ты не смотрел, там две бурки в воду. Смотрел, там две бурки еще, где вода. Такая вот интересная, получается, японо-российская, да, КАМАЗ. Российская установка, японская КАТО. Универсальная техника, очень мобильная, подвижная. Может и буронабивные сваи делать, и вот такие вот работы, как сейчас, под опоры бурить.
Забирают ковшебур. Переезжает на вот этот участок треугольный. Сейчас будет переезд через дорогу. Я там как раз вернулся на той стороне. Блин, как раз не вовремя думал его сейчас снять. Ну посмотрим, может он переедет на другую точку и разложится. Сейчас пока снимаем переезд, установку вот этой на КамАЗе. Брали, сейчас теперь надо выставиться на точку бурения. Будет вот здесь, где отмечено арматурой. Все идет развертывание установки, уже выставлены триггеры. Начинаться бурение новой скважины. Первоначальное измерение для определения вертикальности оси скважины будущей.
в нем. Солнце вышло внезапно. Кстати говоря. Перебрались на другую сторону, вот работает буровая, мы только что там были. Как раз перебрался тоже сюда же, где мы находимся, на кольце. Я так понял, завершили бурение. И сейчас вот будет здесь бурить. Запустился как раз. Про эту машину уже рассказывал как-то, это израильская, украинская железная предприятие Мосгуд существовало, и они вот выпускали такие буровые машины.
Thank you.
Такой вот получился небольшой обзор работы на Камышовом шоссе. Значит, здесь стоит срок такой до 28 декабря закончить установку опор контактной сети. То есть до Нового года пока и средства выделены, чтобы выделенные средства не сгорели. И не пришлось потом в Новом году долго ждать, пока их опять будут перечислять. Поэтому стоит задача вот так вот быстро доделать, доставить все опоры контактной сети. Ну, у меня на этом все. Всем спасибо за внимание. Спасибо компании ТОПС Спецавто 123 за приглашение. Всем спасибо за внимание. Спасибо за поддержку канала. Подписывайтесь. И пока.